За 54 года детский сад «Василек» выпустил не одну тысячу воспитанников. Здесь сложились добрые традиции, творческий коллектив. Не хватало одного – капитального ремонта здания. Но и эту проблему удалось решить. Сейчас работа на завершающей стадии. Мы хотим сохранить наши традиции, наши праздники и наших контингенты детишек, которые все давно уже ждут, когда они вернутся в свой садик. На объекте работает 51 человек. Продолжается установка инженерных систем, монтируется утепленный вентилируемый фасад. Одна из ключевых задач подрядчика – выйти с проектом из экспертизы, подписав доп. Соглашение на увеличение цены контракта. Это позволит не допустить срыва графика. Переходим на месяц ручного режима, нам нужно все платежи в реестре, чтобы мы понимали, где деньги будут оплачены, и количество рабочих, и как они, соответственно, будут загружены на площадку. Работы идут не только внутри, но и снаружи. Рабочие благоустраивают территорию, меняют ограждения, завершают облицовку здания. Общая готовность объекта 65%. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».